Боксич — это мой смайлик, это я его добавил. Это классический смайл. Кстати, я могу вам показать свои смайлы, сейчас, секунду. Для Better TV, если вы что-то хотите. Ну что еще? Добавь, пожалуйста, этот смайл, точнее, гифку. Ссылка удалена. И это. Ссылка удалена. Опа, у меня дамы, гайз. Гайз, 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 дамы, 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 дамы. Дамы на месте. Оу-оу. Меня узнали. Плохо дело. Ха-ха. Поехали. Тут-тут-тут. Не переедет, у меня музыка, у меня музыка. Не может быть. Нахуй. ВТФ. Как это? У меня переехал, все-таки у меня преимущество, это не коинфлип. Ну, как бы это коинфлип, но у меня преимущество, у меня переехал. Поэтому минус музыка. Жесть. По поводу смайликов. Сейчас вам покажу смайлики. Ну, которые в Better TV можно добавить. А, кстати, они ж... Я ж не смогу их открыть. А ну, посмотрим, оно открывается или нет. А, нет, открывается. Вот, оно уебищно открывается. Так, 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 так. 15 тысяч, блядь? Просто кол. У него большой стек, конечно. У него очень большой стек. 15 тысяч — это много. Зафлатить? Ладно. Мы без того зафлатить. Не знаю, резить, наверное, плохая идея. Большой стек. Вот, короче, смайл. Ну, типа, смайлики, которые, ну, в Better TV имеет смысл добавлять. Эти вот маленькие именно. Вот боксич, например. Вот боксич. Ему тут вырезали вот эту вот штуку. Окружность. Уебищную. Так, окей. Ререйз, значит, да. Я могу, в принципе, запушить. На самом деле. Это довольно-таки большой стек, его можно запушить. Это нормальный вариант, как по мне. Потому что у меня стек не очень большой, чтобы с туз-дамой тут бояться. У меня вполне есть нормальная fold equity против него. Он может заколить с хуйней, может заколить на coin-flip. И fold equity у меня есть. То есть, если, вы, ну, если кто вдруг не понимает fold equity, что такое это? Fold equity — это типа шанс, ну... Блять, как это объяснить? Типа, чем больше у тебя стек... Короче, блядь, я не могу объяснить, потому что поздно. Напишите в гугле fold equity. 2.48. Я не могу объяснить. Это боец. Вот еще и сквипа смайлики многие. Вот, короче, пиздатый смайл, только мне его не дали добавить. Подождите, это он или нет? Да, вот смотрите. Мне его удалили с твича, типа он агрессивный. Видите, смайл? Это сбру, олдовый смайл. Бля. О. Так, что здесь? Тут мы что-то делаем, да? Ну что еще? Папань, объясни подробно. Да, это тоже охуенно. Где, как циклы. В чате зарегистрироваться на Poker Stars, но не Сочинском? Но не Сочинском? Не понял. Тебе нужно в гугле найти англоязычный сайт Poker Stars. И там скачать клиент, и все. Нужно, ну, англоязычный сайт оригинально найти в гугле, и все. Да что такое? Папич, не будь залупой, передай привет Алику. Чел, ты бы разговаривал нормально сначала, было бы вообще охуительно. Go contbet. У меня оверкарты, почему бы не сделать contbet? Так, кэтшот. А что он ловит? Хуй знает, что он ловит. Давайте половим дальше с ним вместе.
На большой стак я не хочу в него ставить. В принципе, правильно сделал, что не поставил. Он бы, наверное, не выкинул. Я мог словить оверкарту или гэдшот. Не словил ничего. Этот смайлик мне бы тоже на Twitch не дали добавить. Никогда в жизни. Это так называемая улучшенная версия Аэрофлан контента. Поедатель сабжей, блядь, какой-то. Это я после того, как меня переехали. Это охуенный смайл, на самом деле, только его, ну, он неудобный, его не вместить в Better TV, чтобы он нормально выглядел. Вот еще нормальный смайл. Типа, ну, скачешь по чату на коне с шашкой наперевес. Так, туз валет. 13500 опять. Ну, у меня стэк снова небольшой, можно пиздиться. Хотя, конечно, all-in не пойду с тузвалет. Вот охуенный смайл, типа, ты что-то там рассказываешь, типа, там, такой-то чел, там, ну, долбоёб, типа, ну, капсом, вы поняли, типа, рупор. Докладываешь инфу-чату. Ну что ещё? Кто такая Инна и почему ее хуесосят в чате? Не знаю, чел. Откуда я знаю? Король 2. Куда я еще хотел показать? Сори, виноват. Ладно, ничего. ХЗ. Вот это на самом деле прикольный. Посмотри на него, что он делает. Супер голос. В гелесину, блин, просто. В гелесяку. А где смайлик дуэлистов? Не могу найти смайлик дуэлистов. Это Аэрофлан здорово, типа. Вот, смайлик дуэлистов, но его неудобно добавлять. Это тоже охуенно, ну, как бы на уровне боксича. Но как его добавишь? Как этот смайлик могу добавить? Потому что, ну, он в длину, его как бы в Better TV не вместить нормально. Туз 6. Это фолд, конечно. Я не могу, я уже пробовал, Twitch удаляет. Добавляя все, это шикарно. Так слотов нету в Better TV. Но только 25 слотов у меня. Это как бы, ну, даже хуй знает, это наполовину... Как его? Как этот смайлик называется? Ну, который у меня есть. Ну, поняли, каком там, где свечка. Туз-валетик. Два пиц больше блинов типа этих. Так вроде слотов нет. Мне сказали, что вот 50, а каких 50? Каких 50 речь идет? О, кстати, я в новых призах. Сколько я уже выиграл? Я уже выиграл 508. Опять он делает большой рейс.
Но я в курсе, что он любит это делать. Вопрос, стоит ли тут пушить его. Позволяет. Я опять переехал, чела. Ну, мне нереально везет. Мне уже просто нереально везет. Я не знаю. Я всех переезжаю, забейте. Ебать. У меня нормальный уже стакан. У меня уже плюс 508. Ну, как бы. Так-то не плюс. Я уже должен был вылететь. Знаете, почему я решил его запушить? Потому что он в прошлый раз выкинул. То есть я подумал, что он так часто будет делать рейзы с хуйней какой-то, а оказывается, нет. Это я сегодня. Это я сегодня. В покере. Блин, ну придется дальше потеть, как бы. Мой пот. Я просто переезжаю всех. Блять, такие смайлики маленькие, какой их смысл посылать? Блин, я неправильно написал without. Псис. Проебал буквы. Посмотри на этот смайл, это вообще пиздец. Он для форумов охуенный. Типа прочитал что-то сообщение на форуме, посмотрите. Вот просто вглядитесь в этот смайл. Посмотрите, что он делает. Просто посмотрите еще раз, блядь. Ай. Так, 13500. Реально долгая анимация еще. У меня еще один бокс еще есть. Другая версия бокс еще есть. Оказывается. Второй конбайт сделать, что ли? Ладно, не буду. Бля, что? Он зафасткорил меня. Он меня зафасткорил. О! 54 тысячи. О! Ой, блядь! Как он знает, блядь? Как он знает, что у меня короля нет? Вау. Я короля изображал. Охуеть. Просто он на двух парах закорил. Жесть. Омега лол. Сколько это рейс? Посмотри на его рейс. 4x. Он что, ебанулся? Что за рейзы, блядь? Предположим, что у него туз король, правильно? Если он делает такой большой рейс. Предположим, что у него оверкарты. Я заколю, посмотрю флоп. Я не думаю, что у него два туза, если он делает такой большой рейс, или там два короля. Блять, серьезно? Пиздец. Ёбаный стыд. Ну и что мне делать? Я изначально предположил, что у него оверкарты.
Я не могу здесь выебываться, правильно? Вот это жесть. Да вообще ужасный смайлик. И это ты просил добавить все это время? Это же лютая хуета. Прям 0 из 10. Хватит меня колить, гайс. Эти гайсы с большими стеками меня колят и раздевают. Ну не знаю, восьмерка есть. Восьмерку попал, восьмерка на месте. Что делаем? Делаем киндбит. Давайте полбанка. Вообще-то я хочу его выбить. По идее. Я не хочу, чтобы он колил. Ура. Точно словит еще большую карту. Я его не одобрял, это не на моем канале, чел. Что я одобрил? Посмотри название. Channel Sex. Ты о чем вообще? Что я где одобрил? Вот, смотри, My Emotes. Вот, Shared Emotes. Ты у меня его видишь или нет? А, блядь, у меня он есть? Omega Lu. Не, так так-то он, ну, как бы выглядит он, ну, нормально. По факту. Я, походу, понял, с чего он сделан. Но выглядит он нормально. Тут нету ничего такого. Ой, да блин, ну... Да не. Чем мне не понравился? Тем, что он уёбищный. Мне он просто не нравится. Он какой-то противный. Он реально, ну, неприятный. Блин, мне нужно его колить сейчас. Что-то надо с ним делать. Он 4х делает. Вы что, рофлите? Я не могу это позволять, этот, ну, и вот эту вот хуйню терпеть. Я просто лын захуярю. Он делает с хуйней это постоянно. Я не знаю. Бля. Короче, голы. Ну, 4х-то может быть больше карта, чем дама 10. А, ясно. 4х тузы. Cool story, чел. Сразу тузы? Тузы, блядь. Пиздец. Блядь. Короче. Наверное, мне пора переставать играть. Ну, я имею в виду, вообще пора переставать турниры играть, что я совсем слабо играю. Может, и не стоило с девятками идти. Но anyway, тузы, серьезно, тузы. Ну, кстати, это было очевидно, что если он делает 4х, то это, наверное, лучше, чем 3х. То есть карта там посильнее. А мне это в голову не пришло, хотя это было очевидно. Я, короче, выиграл почти 600 баксов. Но, думаю, все прекрасно понимают, что я их выиграл только на лаке. То есть, исключительно на удаче. Бля. Ну, по сути, как бы по факту, я должен был понимать, он делает 3х, 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 у него типа хуйня, а потом он делает 4х. Когда он делает 4х, у него что-то жесткое. Типа это легко читалось. И я не подумал. Идиотизм. Блять. Ну, еще отчасти неудобно, то, что ночью приходится играть. Голова хуже работает. Ну, это все отмазки. Тупо. Просто захуячил 4х с тузами. И стер меня с лица земли. Я себя чувствую долбоебом. Ну что, это по идее читалось. Блин, посмотри этот смайлик. Что это такое? Вот это кайф. Ебашу. Все, короче, все, пока, я идиот. Я собой крайне недоволен. Я печален. Я дебилыч. Счастливо, гайз. Так себе покерный стрим, конечно, вышел. Это не покерный стрим, это стрим рулетки. Стрим казино, грубо говоря.
Да. Просто за... Ладно. Счастливо. Грусть. Ну, я дурак. Столько раз везло, чтобы просто проебать, когда он... Пока. Спасибо всем за донаты. А не вы всем спасибо. Я, по крайней мере, в плюсе. Я не в минусе. То есть, что грустить? Но все равно обидно. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.